заправка, шланг, пистолет, полный бак, ключ зажигания скоростей, рычаг. Очаг звериной мощи просыпается в моторе. Добавим оборотов, и мы на трассе вскоре. На первой до 90 в час газуем. Я думал, все, пиздец, а он включает вторую. Волосы дыбом, педаль газа в пол. Руль держит крепко, это бис каскадер. На 110 обходим девятку. На 120 обходим десятку. Двенадцатку, пятнашку, на 140. Это не ВАЗ, это АЗЛК, пока. Мы говорим другим машинам смело. Ты нас уделать хотел, но сам остался не удел. Ты думал, тачка твоя самая быстрая в мире? У нас есть еще в запасе скорость номер 4. Москвич 412, братцы, на дороге. За ним не угнаться, за рулем бис. Давай быстрее садись и пристегнись, когда будем разгоняться. Москвич 412, братцы, на дороге. За ним не угнаться, за рулем бис. Давай быстрее садись, покрепче пристегнись, чтоб не обосраться. Продолжаю для вас о машине рассказ. А той, что ни Форд, ни Митсубиси, ни КамАЗ, а ЗЛК. Машину эту называй, запомни это сам и другим передай, чтоб не рисковал никто тягаться на дороге с Богом. Произведением искусства советского автопрома, грозой автострады, монстром путей, покорителем пространства, легендой наших дней. Под фонарем 40 шин мы обгоняем другие машины. Я нажимаю на газ, нас ожидает скоростной экстаз. В машине я не один, не один, и мы не быстро едем. Мы низко летим, уже летим? Тогда и убираю шасси, валим по трассе, гаишники в трансе. Хотя машина 1977 года, слышь, ведь ты не знаешь, как там в космосе погода. Москвич 412, братцы, на дороге. За ним не угнаться, за рулем бис. Давай быстрее садись и пристегнись, когда будем разгоняться. Москвич 412, братцы, на дороге. За ним не угнаться, за рулем бис. Давай быстрее садись, покрепче пристегнись, чтоб не обосраться. Короче, в космос улетать мы не стали, хотя машина и стая, мы другого испугались. Если вдруг на полдороги закончится бензин, заправку мы там не найдем, даже если захотим. Летим! Обходим Боинг справа! Я пилот-истребитель! Красава, мертвую петлю и другое из высшего пилотажа. Бис исполняет эпатажно, важно, конечно, как и разбиться можно. Но когда такой ас за штурвалом, это нереально сложно. Кто как не бис рулить умеет, москвичом ему все нипочем. Не, ну а как еще? Никак, он многоуважаемый чувак. И 412-й москвич, это вам не просто так. Куда ты брешь, мудак? Уступи дорогу знак. Для кого висит, там и по главной. Так что отдохни. Москвич 412, братцы, на дороге. За ним не угнаться, за рулем бис. Давай быстрее садись и пристегнись, когда будем разгоняться. Москвич 412, братцы, на дороге. За ним не угнаться, за рулем бис. Давай быстрее садись, покрепче пристегнись, чтоб не обосраться. Москвич 412, братцы, на дороге. За ним не угнаться, за рулем бис. Давай